Верите ли вы, что реклама стоимостью в $10 может поднять продажи на миллионы долларов? Верите ли вы, что рекламная кампания, себестоимость которой составила 30 тысяч рублей, может привлечь клиентов на 1,5 миллиарда рублей? Верите ли вы, что можно поднять продажи на 10%, всего лишь иначе поставив столы в офисе? Насколько это звучит, похоже или не похоже на правду? Это реальные кейсы, мои кейсы, кейсы моих учеников, и об этом я расскажу вам чуть позже.